Всем хаюшки, с вами я, Александр, и это канал Alex's Reaction, и сегодня мы послушаем с вами песню, новую песню Шамана, «Вызов». Татьяна попросила послушать ее, и, соответственно, я спешу слушать ее, посмотрим вместе, что за песня, вот, а также от вас отзывы, комментарии, я тоже прокомментирую все это, вот, ну а мы, собственно, переходим слушать, погнали. Словно и стали, мы душами стены ломали, мы видели цель и ни шагу назад. Мы падали, но не сдавались, дышали и вновь поднимались, себя отдавая, мы шли до конца. Зажигаем небе звезды над землей. Ты остался, чтобы жить любой ценой. Это вызов твой. Очень классная, на самом деле, бодрая песня. Мне сразу она буквально практически с самого начала понравилась, прям с первых битов. Вот, бодро, ребятки, бодро. Я, на самом деле, ее слушаю первый раз, вот прям сразу первый. Почему комментариев так меньше делаю, да, но тем не менее, блин, ну, очень шикарная песня, очень классная. Спасибо Татьяне за рекомендацию по этой песне. На самом деле, когда я писал про Шамана тоже, я русский, я говорю, что, возможно, что-то новое вышло, я это посмотрю. И когда я увидел комментарии, что действительно что-то вышло новое, я думаю, надо не оттягивать надолго и как можно быстрее, соответственно, бежать, слушать, смотреть и что-то говорить об этом клипе вместе с вами. Ну, а мы продолжаем клипец «Огонь». Я вот, когда все это звучало, я вот так вот показал, то, что мне это понравилось. Поехали, дальше слушать. Мы волю в кулак собирали, мы нервы как цепи ковали, и эти глаза словно пламя горят. Зажигаем небе звезды над землей. Ты остался, чтобы жить любой ценой. Это вызов твой. Вот, знаете, что у нас? У нас здесь ссылочка будет внизу на канал Шамана, понятное дело, что я стараюсь, где я информацию беру о клипах, туда же сделаю ссылочку под описание, поэтому, если вдруг кто-то не знает, как найти и посмотреть полностью этот клип, весь, без каких-то моих комментариев, то все будет внизу, вот, под видео. От вас тоже, смотрите, пишите комментарии, что вам хочется послушать. Мне, я уже сказал, что выступление здесь по поводу клипа, здесь, в принципе, это к шоу ТНТ, насколько понимаю, 2022 год, соответственно, новый клип, и это к шоу ТНТ «Вызов». Вот, вот этот саундтрек, клип, как сказать, тут клипом не назовешь, но, в принципе, ролик, вот, который мы с вами обозреваем, который смотрим. Поэтому что можно сказать? Классный голос, классная музыка, бодрая. Поэтому, ребят, я думаю, что я вот, ну, послушаю ее еще много-много, наверное, раз. Что, наверное, и вам, скорее всего, понравится, вы тоже будете слушать. Но вообще, в принципе, оставляйте комментарии, что вы об этом думаете. Но мы продолжаем. Это еще не конец. А-а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 
Ну, видимо, конец, да. Конец клипа. Вызов, да, ребятки, вызов, вызов, вызов. Саундтрек шоу ТНТ «Вызов». Вот, очень классный клип. Мне, еще раз я повторяюсь, очень понравилось, ребята. Все, что, я не знаю, по поводу реакции вашей. Мою реакцию вы, конечно же, видели, наблюдали, а по поводу вашей реакции я хотел бы тоже увидеть комментарий. И, соответственно, если вы хотите, чтобы та или иная песня прозвучала у нас на канале Alex's Reaction, если вы еще до сих пор не знаете, где вы находитесь, то, соответственно, оставляйте комментарии, что вы хотите услышать. Вот, я, конечно же, посмотрю. Если вдруг мне что-то в процессе записывания мне этот клип понравится, то, соответственно, я его буду выкладывать. То есть, в любом случае, что бы вы ни писали, я в любом случае это буду смотреть, в любом случае это буду писать. Но если вдруг что-то пойдет не так, то, соответственно, я его не выложу. А если же все будет классно и шикарно, не обязательно понравится мне он или нет, то, в принципе, я постараюсь в любом случае его выложить. Главное, чтобы никаких оскорблений не было и ничего плохого, в принципе, не писалось. Не было, вот поэтому на сегодня, ребятки, все. Жду от вас какие-то речи, комментарии, подписочку на канал, лайкосики, соответственно, и увидимся уже скоро в следующем видео. На сегодня, ребятки, все. Хорошего вам настроения, мира в семье, не хворать, не болеть и классную музыку слушать. Всем пока-пока.